Значит, дантистом я уже был, военным я уже был, отцом я уже был, кем я еще не был? Я не был врачом, ребята, поэтому сегодня мы с вами будем лечить людей в Брукхейвен. Итак, господа, добрый вечер, добро пожаловать в передачу «Пока все дома», потому что скоро дома у нас уже не будет никого. Потому что мы сегодня будем лечить... А, какой «Пока все дома», вы чё? У нас медицинская передача, называется она «Будьте нездоровы». Заходим, ребята, в больницу, больница имени Светланы Бубко, госпиталь имени, видите, СТ Светланы Люко. Ладно, Люко, не Бубко, простите, я перепутал. Итак, значит, для того, чтобы нам заступить на смену рабочую, так скажем, да, в больнице, что нам понадобится сделать? Халат надеть. Поэтому мы сейчас, ребята, с вами уединимся куда-то подальше от подписчиков и будем переодеваться. А куда мы с вами уединимся? Я думаю, есть смысл уединиться вот сюда и спрятаться вот тут. Тут меня видно не будет вообще. Ха-ха-ха. Здравствуйте, Сара. А, простите, но я тут переодеваться буду. Я надеюсь, что я вас на лестничной площадке смущать не буду. Итак, во-первых, снимаем все барахло, которое у меня нацеплено. Вот это, вот это, вот это. Ну, не знаю, волосы, может быть, оставим. Так, давайте. Цвет кожи не трогаем. Лицо, конечно же, счастливое, чтобы, ну, люди, которые приходят лечиться ко мне в больницу, они знали, что они вылечатся, а не то, что они умрут, правильно? Ну, и мне доставляет удовольствие лечить людей, да, ну, либо в нашем случае калечить. Так, что у нас? Вот это прекрасный костюмчик просто, правда, у меня стратоскоп, или как он там, стереоскоп, что-то с ним не то, короче, китайский, походу, попался. Ладно, что еще нам нужно? Маска, конечно же, ребята, потому что, ну, вы же знаете, у нас же вирус ходит, плюнуть, кашлянуть там еще, мало ли. Так, поэтому, где у нас масочки? Где у нас масочки? Это что у нас? Это маска? Что это такое? А, стоп, это маска на глаз, хорошо, нам маска на глаз не нужна. Так, о! Я же снял тебя. О, все отлично. И теперь шляпу какую-нибудь медицинскую было бы тоже неплохо. А, только какую бы шляпу медицинскую можно было натянуть? Вот это, я думаю, прекрасно подойдет. Шикарно, ребята. Медицинская шляпа просто бомба. Я готов, ребята. Я готов лечить людей. Я доктор Арбуз. Да, либо доктор Кавун, я не знаю, называйте как хотите. Мы переоделись. У нас какие-то проблемы. Я не знаю, почему-то у меня... халат дырявый, у меня жопа торчит, а снизу все нормально. Короче, так и надо, ребята. Это, так скажем, костюм просто не моего размера. Видите, у меня слишком большая грудь, чтобы мою необъятную грудь можно было халатом вот этим вот, да. Так, ладно, мы тут лечить людей собрались. Так, меня тут сейчас все ищут. Поэтому давайте, что нам понадобится для того, чтобы лечить? Во-первых, давайте мы глянем, что у нас на столе лежит. Так, эта штука, это я не знаю, куда ее пихать. Надо в ухо, может быть, или в жопу, я не знаю. Ну, мы разберемся, я думаю, по ходу дела. Так, вот этот стратоскоп, стереоскоп, не помню, блин, как он называется? Напишите в комментариях, кто знает, как он называется. Хотя, я не знаю, никто, наверное, не знает, как он называется. Так, что это? Так, мы с вами... Ух ты! Так, нам с вами нужно каким-то образом... Так, ну, послушать что-то, да? Ну, ладно, хорошо. Ух ты, посмотрите, у нас даже внутренности есть арбуза. Вот это интересно, я думал, внутри ничего не будет. Так, мы готовы, в принципе, принимать людей. Давайте, ребята, заходим. Заходим, так, сейчас мы посмотрим, кто у нас там на лечение к нам придет. И мы сейчас быстренько всех вылечим. Итак, ребята, у нас тут движняк начинается. Простите, товарищ, но мне кажется, вам уже ничего не поможет. Здравствуйте, все ли у вас хорошо? Видимо, не все, потому что, гляньте, вы мертвый, по сути. Я не знаю, что вас лечить-то? Ну, давайте я вас послушаю, ладно. Так, холодная будет, поэтому я думаю, вы не против. Так, держите. Так, что у нас с сердцем? Не слышу ничего. Ладно, у вас, походу, сердца нет. Как вы стоите вообще? Ладно, подождите, мне еще нужно опробовать вот этот инструмент. Я не знаю, для чего он нужен, да, но я хочу узнать. Поэтому поворачивайтесь ко мне спиной, наклоняйтесь. Мы сейчас с вами посмотрим, что можно с ним сделать. Ладно, походу это в нос пихать. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в носу у вас тут. Так, в носу у вас здесь это он. Кто он? Святой Лука, да, это скорее всего он, его же больница. Так, ну, я думаю, с вами все хорошо. Еще на всякий случай,
Что, что? Вы не переживайте. Вы не переживайте. И понимаете, как бы ситуация такая, что ну, всегда бывают ну, проблемы, как бы, да. И вы, главное, не паникуйте. Вы умерли. Я хочу вам сказать диагноз такой. Вы мертвы, да? Ну вот. Поэтому вам придется жить с этой мыслью. Сколько вам жить осталось, я не могу сказать, потому что вы, ну, уже мертвы по факту, да. Поэтому, ну, живите в свое удовольствие. Ну, точнее, не живите, вы уже мертвый, но... Ну, спасибо, что зашли. Следующий пациент. Следующий пациент, кто у нас там? Кто у нас? Здравствуйте, здравствуйте, Даша, здравствуйте. Как у вас дела? Это у нас Baby Girl, ребята, это у нас Baby Girl, мы ее помним, она у нас уже участвовала, так скажем, в наших экспериментах. Так, у нас проблема, у меня сломался вот этот стратоскоп, или как он там называется, как видишь, да? Вроде он должен быть ровный, вот такой, да? А у меня вот такой, я не знаю, он сломался, и, ну, плюнь на него, что ли, я не знаю, я послушаю твои слюни. Давай, родная. Нет. Окей, давайте тогда посмотрим ваши уши. Что у вас в ушах? В ушах у вас ничего нет, как я, в принципе, ожидал. Поэтому я предлагаю вам сесть на обследование, если у вас нет ничего в ушах. А, так вы мой коллега. Слушай, ну, если ты мертвый и ты собираешься лечить людей, то... Ну, это как-то подозрительно, слушай. Мне кажется, что это не особо доверие вызывает. Нифига себе ты, бугай. Тебя куда? Или ты своего друга лечить пришел? Нифига себе, слушай. Капец, он у тебя балдеет на плече. У тебя плечо теплое, слушай, он же растает. У него жопа будет круглая. Ух ты. Так, ну вам к дантисту надо, у вас что-то в зубах застряло. Ладно, давайте пойдем на обследование. Дашечка, или кто там, кто первый, заходите. Сейчас будем смотреть, с чем у вас проблемы. Давайте, Дашечка. Вы передумали, да, в самый последний момент? Ладно, я хотел просто сказать, что уберите, пожалуйста, металлические предметы, потому что засосет. Так, вот этого бугая будем. Хорошо, ты вместе со своим другом залез. Ну давайте, езжай, давай. Даша, ты куда зашла? Ты куда зашла? Выйди! Важи... Ладно, давайте глянем, что с ними. Так. Так, что, какие у вас проблемы? Давайте, бугай, сейчас посмотрим. Так, у вас проблемы в глазу и проблемы с ногами. Я думаю, вы уже в курсе, да, что у вас проблемы с ногами, потому что вы уже как бы тут на инвалидной коляске. Я не понимаю, что у вас с глазом, что вам в глаз попало или что. Ладно, давайте я посмотрю ваш глаз. Подождите, не уходите далеко. Сейчас мне нужно встать чуть-чуть повыше. Давайте, подъезжайте ко мне. Давайте, подъезжайте ко мне, мне нужно посмотреть вас поближе. Пожалуйста. Молодой человек. Ладно, вы выписаны, короче. Так, Даша, пошли. Ты как-то у нас это, хрен... А, это кто? Это следующий, да? Это Даша, ты уже успела, да, X-ray сделать? Хорошо. А, так, у тебя проблема с щитовидной железой. В носу у тебя козявки. И у тебя что-то с правой рукой. Я тебе сказал, что... А, ты себе инвалидность оформил? Неплохо. Спасибо, Брайс, твои видео лечат душу. Душу-то они, может быть, и лечат, а вот ногу твою я не знаю, что вылечит. Поэтому не зря ты инвалидность себе оформил. Так что все нормально. Так, Даша, во-первых, про нос я уже говорил, да? Вы не хотите слушать, да? Не хотите со мной разговаривать? Ну, я, в принципе, понимаю, потому что, ну, такие, как бы, новости никто особо слушать не хочет, но... Окей, ладно, что поделать, Даша? Я так понял, что с вами все хорошо. Ладно, мне кого-то из вас нужно в больницу положить. Это будешь вы, наверное. Как тебя зовут? Как вас зовут? Давайте спросим. Как вас зовут? Зовут как вас? Давайте, как вас зовут? Говорите. А вы лежите прямо с этой табуреткой? Зачем она вам? Максим, у меня для вас плохие новости. Во-первых, вы придавили своего друга. Во-вторых, у вас с ногами проблем... А, у вас уже все хорошо. Максим Воробьев, я тебе скажу, да хватит ложиться-то на сторону друга. Ты видишь, ему плохо, блин. А как друга зовут? Давайте спросим. А как друга зовут? Так. Да, спасибо, что закрыли, сестра. Точнее, кто там, я не знаю. Не знаю, кто закрыл. Доктор, что у меня? У вас проблемы. И инвалидность, походу. Так. Видишь вот этот значок? Это означает, что ты инвалид, калека. Брайс?
В смысле, Брайс? Твоего друга зовут Брайс? Ты лежишь на Брайсе, быстро встань. Ладно, оставайтесь здесь, мы вас навестим. Так, товарищ... Скелетоголовый. Что? Короче, стойте, где стоите, короче, да. Здравствуйте. Что с вами, Даша? У вас же проблемы с рукой были. Она живая? Так, срочно носилки, ребята. Срочно носилки, у нас проблемы. У нас Даша подскользнулась, походу. Нифига себе, фея пришла даже. Фея, вылечи Дашу. У нас мы не справляемся. Наша медицина не способна ничего сделать. Пожалуйста, вылечи ее. Мне плохо. Ей плохо, видишь? Пожалуйста, лечи, я тебя прошу. Я тебя прошу, фея, давай. Фея в Адидасе. Нормально пришла такая модная вся. Вы куда вылезли? Я не понял. А вы кто? Вы тоже? Вы с Египта приехали, прилетели, да? Вы этот, аспирант? Или кто? Или вы интерн? В общем, у нас здесь как бы ситуация такова, ребята. Никто не понимает, что делать с этим человеком. Ей плохо, она лежит, мы все стоим вокруг нее и не понимаем, что с ней делать. Предлагаю устроить консилиум, устроить совещание и разобраться, что происходит. Фея, ребята, разрулила! Я же говорил, фея спасет! Фея разрулила! Офигеть! Так, ребята, это просто замечательно. Фея, ты умница, ты умница, ты... Зачем ты убила нашего сотрудника? Или что ты сделала? Испарила его? Опасная фея, ладно, я не буду с ней спорить. Окей, ладно. Так, что у вас болит? Во-первых, мне кажется, что вам нужно прописать какие-то таблетки. Давайте пропишем какие-то таблетки. Есть? У нас есть какие-то таблетки. Сейчас я посмотрю. Так, ну... Таблеток у нас, походу, нет, но есть у нас крендель, поэтому вот, держите крендель, я думаю, вам, поможет он. Я его откусил немножко, я думаю, что вы не против, да? Это специально, я откусил, чтобы вы знали, что вы не одна такая, вот. Приятного аппетита, фея, шо болит? Не, ну знаете, эта фея, ребята, приехала, походу, с Винницы, посмотрите. Кто с Винницы, ребята, пишите в комментариях. Я не знал, что у вас такие феи бывают. Посмотрите, модная какая, офигеть. Ладно, это наш сотрудник. Спасибо, голова. И кружится голова. Ага, кружится голова. Ребята, у нас здесь серьезная. Максим, выйдите. Вы что, вы со мной, типа, да? Максим, спасибо, что вы... Не, вы выезжайте, Максим. Значит, у нас проблема, ребята, такая. Мы собрали, значит, всеобщий консилиум главных врачей Брукхейвена. Мы готовы вас лечить, но мы не знаем, что у вас болит, поэтому мы будем лечить вас всем, чем придется. Я предлагаю начать с подметания головы, раз у вас голова болит. Поэтому я думаю, что это массаж головы такой вам поможет. Да, поэтому вы, если что, вот так вот могу еще, смотри, видала? Видала, что творю? Я тебе массаж головы. Это массаж головы, специальное средство, массаж головы, вот, чтобы люди в курсе все были. Специальное средство, специальный инструмент для массажа головы, очень удобно, очень практично. Мы его используем, кстати, не только в массаже, но еще когда убираемся, вот, поэтому я думаю, вам понравится все. Так, что у нас дальше, ребята? Какое следующее лечение назначили для этого человека? Я предлагаю следующее лечение сделать пылесос лодыжки. Поэтому мы направляем на лодыжки пылесос и начинаем пылесос лодыжки. Так, подождите, сейчас я пропылесошу. Ребята, у нас тут какой-то... Она обгорела, ребята, на солнце. Быстрее, быстрее, кто-нибудь. Фея, 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 тащи, фея. Давай, неси больную. Больную, быстрее. С ней плохо... Она коленями ударила, она обгорела, и сейчас у нее кожа слезла, походу, как у ящерицы. Все нормально. Так, ладно, мы продолжим пылесосить лодыжки. Неси дбрулиц. Я не знаю, что это такое, но тут, видимо, на польском что-то. Так, давайте. Пропылесосили лодыжки, хорошо. Следующее, что мы будем с вами делать, это нам нужно полить колени. Поэтому давайте, чтобы колени не болели, вы это, поливайте сами, короче. Вот, это вам лейка, поливайте сами свои колени. Вот, а я тем временем, есть одно проверенное средство, чтобы ноги не болели. Это у нас прострелить их. Точнее, нет, подождите, не то. Это у нас крайний случай.
мы будем сейчас вас лечить способом, который называется массаж задней стопы. Да, только я сперва расчешу свой арбуз, и потом мы будем лечить ваш диагноз. Да что ты... Вы не видите, что тут у нас занята как бы койка, поэтому, пожалуйста, свалите отсюда нафиг. О, ребят, у него георгиевская ленточка на голове, офигеть. Вот это модно, кстати. Так, ладно, давайте мы дадим ей гран-при за... Точнее, приз за лучшее актерское мастерство. Держи, это тебе. Поздравляю, ты умница. Так, мы проверим, пойдем следующих. А вы все стоите? Я понял, правильно делаете? Вы так и стойте, все хорошо. Так, давайте глянем, что у нас здесь. Здесь у нас никого нет. Добрый вечер, господа. Значит, распаем медбрат, ребята. О, нифига себе, Макс. Ребята, у нас совершилось чудо. У нас совершилось чудо. У нас Макс выздоровел. Нога его прошла. Инвалидность тоже прошла, и он к нам на работу в честь этого устроился. Ну, я скажу, в принципе, ты довольно-таки хорош.